Друзья, я вас всех приветствую. Сейчас я вам покажу статистику на крайний ролик, где мы говорим об Экспобанке, об их провокации. Значит, смотрите, сколько дизлайков они нам накрутили. И более того, мы можем подтвердить, что дизлайки нам накручены. Вот 40 дизлайков, это как бы нормально, да? Ну, там может быть там чуть больше. Ну, смысл, вот смотрите, видите, вот они плавненько идут, дизлайки. И вот в 16:30 было 40 дизлайков. Смотрите потом, что получается. Потом бамс, они 200 дизлайков накрутили. Получилось 240. И потом пошло-поехало. Растут. Представляете? Более 500 дизлайков они просто накрутили. А сейчас вам покажу еще и само задание на этот видеоролик, где говорится о том, что нужно поставить дизлайки конкретному ролику. Вот так вот у нас действует Экспобанк. Друзья, а вот и подтверждение накрутки дизлайков. Видите, какое совпадение? Это фиаско, братан. Это я обращаюсь к Экспобанку. Значит, прочитали, надеюсь, все. Но если что, на паузу нажмете. Вот как раз-таки это задание. Я попросил его прислать скриншот. Я красненьким выделил. Написано, нужны дизлайки YouTube. И вот если обратить внимание, вот здесь вот сейчас мышкой покажу. Вот он, ссылочка на этот ролик. Вот эти вот символы, буковки, циферки. Аж 4 рубля за дизлайк, представляете? Обычно он по 75 копеек, а тут вот целый вот 4 рубля. Не жалеют денег на нас, не жалеют. И еще бонусом, а кстати сейчас после вот по картинке, которую сейчас покажу, покажу главное, да, там, чтобы вы понимали, что это соответствует вот это название ролику, на который накручиваете дизлайки. Ну, вот. Про комментарии хочу отдельно сказать. Они на комментарии не поскупились. Вот пара комментариев, которые пишут какие-то фейки. Эти странички созданы этим же днем и написаны, и все как под копирку. Таких комментариев там не то что много, но есть какое-то количество. Они есть более, так скажем, по-другому немножко сформулированы. Но, тем не менее, сразу понятно и очевидно, что это тоже накрутка. Так что такие дела. Вот сейчас покажу то, что обещал. Вот смотрите, вот этот вот ролик наш. А вот здесь вот в строке. Вот как раз сейчас с мышечкой наведу. Вот видите, адрес его. Вот тот же адрес и там указан. Это фиаско, братан. Вы понимаете, Экспобанк потерпел снова фиаско. И еще все впереди.